Дамы и господа, а я представляю вам самую громкую столичную премьеру осени. Вся Россия теперь стремится в Москву, чтобы увидеть обыкновенное чудо. Удивительная сказка, красивая и необычная история любви на музыку Геннадия Сладкова и стихи Юлия Кима сегодня в столице Башкортостана. Дуэт Эмилии и Эмилии из мюзикла «Обыкновенное чудо». Гости нашей церемонии – народная артистка России Елена Черквяни и заслуженный артист России Андрей Солодкий. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, скажите, отчего же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это сложно объяснить, но, наверное, тому, что вы со мной. Когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на луку. Я скажу вам, сударь, мне бы надо бы домой, но цветочки я обидеть не могу. Как приятно и забавно, что я очень нравлюсь вам. Ну, а вы мне и подавно, а вот и славно, трам-пам-пам. Звезда мюзиклов «Evil Rock», «You Mamma Mia», «Красавица и чудовище», «Кошки», «Обыкновенное чудо», народная артистка России Елена Черквяни. Звезда мюзикла «Висайская история», «Обыкновенное чудо», заслуженный артист России Андрей Солодкий. Ваши аплодисменты. Спасибо, спасибо. Приезжайте к нам на мюзикл. Ждем.